Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров в Харькове, 8 часов 18 минут, 02.12.2016 года. Создал сегодня ролик и впервые не знаю, что с ним делать. Я его, по сути, залил на YouTube, осталось только нажать кнопку «Опубликовать». Ролик получился-то сильно резкий, наболело у меня уже вот эта ложь, лицемерие, преступность. Не знаю, что делать. Ролик очень резкий получился. Одни меня, конечно, поймут и скажут правильно. Но как еще можно обратить внимание на проблему? Другие осудят. Вы знаете, чтобы удалить аппендицит, иногда приходится вспарывать брюхо. У нашего общества гангрена. Нужно принимать радикальные методы. Ролик уже залит, остается только опубликовать. Посмотрю по комментариям. Ролик будет называться «Космонавт МКС против Копперфилда». В общем, я в раздумьях. Жду вашей реакции. Еще раз повторю, ролик очень резкий, чтобы обратить внимание. Ну, невозможно уже. Уже наболело настолько. Ну, как пробуждать? Ледяной водой окатывать с ног до головы, чтобы протрезвели, чтобы проснулись. Будь добр.